Беатрис. Нет. Я не слепая и не глухая. Я хочу только одного — забыть его. Потому что я знаю, Орестес никогда не будет моим. Я знаю. Кто этот тип? Морда страшная. Похож на бандита. Доктор, доктор. Доктор, добро пожаловать в Ла Клараборо. Добрый вечер. Тиборон, познакомься, доктор Гомес. Добрый вечер, сеньор. Добрый вечер. Я почетный гость хозяйки этого заведения. Идемте, я покажу ваше место. Странно. А это кто такой? А сейчас, дорогие друзья, главный номер вечера. Для вас танцует несравненная королева. Что это? Кто эта женщина? Олимпия? Не может быть. Я не понимаю. Олимпия? Олимпия королева? Другой такой нет. С каждым разом она прекрасней. Сегодня она в ударе, Рокки. Не знаю, но похоже, она хочет блеснуть. Остановись. Заводите, сеньор. Заводите. Поехали отсюда. Поехали скорее. В чем дело, сеньорита? У вас какие-то проблемы? Не спрашивайте. Поехали. Быстрее, пожалуйста. Проклятие. Доктор Гомес. Добрый вечер. Добро пожаловать в Ла Кларабойе, владение королевы. Вы намного красивее, чем я себе представлял. И? Значит, реальность превзошла фантазии. Я даже вообразить такое не мог. Что ж, тогда выпьем. Пожалуйста, подайте бутылку лучшего шампанского для доктора Гомеса и для меня. Сегодня вечером нам нужно за многое выпить. Вот, значит, в чем твой секрет, Олимпия Меркурия? Я-то думала, у тебя любовник. А выходит, все намного хуже. Все намного хуже, потому что ты шлюха, потаскуха. Ты уличная девка. Ненавижу тебя. Ты потаскуха, Олимпия. Вон из моего дома. Негодяй. Ты не лишишь меня того, за что я столько боролась. Значит, это ты. Это ты. Ты его убила. Ты еще и убийца. Убийца. Иду, дон генерал. Уже иду. Вы так разбудите всех в доме, а потом будете есть, что пришлет сеньора. Что здесь было? Как минимум землетрясение. Но
В чем дело? Неужели никто не заткнет этого старого придурка? Заберите у него этот чертов барабан. Или вы заставите его замолчать, или я сама это сделаю. Боже, моя голова, я не понимаю, что происходит. Господи, что это? Что здесь вообще произошло? Почему здесь все разбросано? Какая дрянь сделала это с моей гостиной? Хватит сочинять. И не вздумай просить у меня отгул, я тебе его не дам. Послушай, приятель, мне всего нужно пару часов. У меня очень срочное дело. Я же сказал нет, Йорди, потому что у нас полно работы. Нам нужно закончить дело Карипера и Каригата, они ведь уже сидят. Да, это я помню. Парочка негодяев устроила в этом доме базу для переправки наркоты. Главное сейчас найти убийцу старушки, так чтобы отгули забудь. Доброе утро. Доброе утро. Вот, я принесла вам лепешки и сок. Надеюсь, вам понравится. Я сама приготовила. Нет, мое сердце не выдержит, Йорди. Мало что красивая, так еще и ухаживает за мной. Не балуй меня так, Валентина, а то мне захочется жениться на тебе. Боже, я что, заснул? Чики? Чики, который час? Господи, уже утро. Чики, проснись. Я должен отвезти тебя домой. Чики, проснись. Милый, говори тише, а то у меня болит голова. Чики, ты не поняла, что проспала всю ночь в моей постели? Просыпайся. Придется как-то объяснять это твоим предкам. Давай. Почему ты не знаешь, тупая прислуга? Кто-то мне должен ответить за то, что произошло в моем доме. Не хочу кофе. Нет у меня желания что-то сейчас пить. Простите, сеньор, я подумала, вы хотите кофе. Ты что, не слышишь? Я не хочу кофе. Я хочу только одного, чтобы кто-то мне объяснил, что происходит в этом доме. Послушай, Лоренцо, чего ты скандалишь? А ты, вместо того, чтобы выдумывать небылицы и отравлять жизнь другим, больше бы занималась своей дочерью. Что случилось, Чики? Можешь ее не искать. В ее комнате ты ее там не найдешь. Кто знает, где сейчас эта девчонка? Чикинхира вечером не пришла ночевать. Что? Я хочу, чтобы все немедленно спустились. А тот, кто устроил этот погром, пусть объяснится. Что там происходит? Роман? Нет, я вспомнила. Мы заснули и так ничего и не успели. Роман, вставай. Роман, ну вставай. Роман. Встань, еще слишком рано, я не выспался. Милый, вставай, а то нас здесь накроют. Ты слышишь мою маму? Какая мама? Я приказываю всем спуститься. Вставай. Олимпия? Кто устроил здесь этот погром? Ариадна, Орестес, Пандора, все немедленно вниз. Там какая-то заварушка. Не больше, чем та, которая будет здесь, если тебя увидит. Уходи. Что же мне делать? Опять в окно, что ли? Ну уж нет. Придумай что-нибудь, Роман. Только смойся скорее. Улетай, сделайся невидимкой, только исчезни, любимый. И чтобы тебя не видели даже птички в саду. Умоляю.